Отправить в последний путь любимую тещу мешает бюрократия. Житель Первоуральска не может похоронить мать супруги рядом со своими родителями. В ритуальной фирме мужчине отказали, говорят, это незаконно. Подробнее Никита Нехорошков. На могиле матери и отца он каждый раз с печалью поправляет цветы. Сегодняшний визит для Андрея Саздыкова особенно грустный. Рядом с родителями. Завтра хотел похоронить тещу, а оказалось, нельзя. А планировалось вот так вот, что вот тут вот будут мои родители, а вот вместо столика здесь будет теща. То есть когда-то все равно должно наступить. Вот это уже наступило. А мало того, что наступило, завтра уже в 11 часов отпевания в храме Петра и Павла. Где завтра хоронить любимую тещу? Андрей не понимает. Родственница скончалась на этой неделе. Мужчина уже заплатил рабочим, заказал гроб, венки и поминальную службу. А когда накануне похорон приехал посмотреть, как готовится могила, узнал, что смотритель кладбища копать запретил. Я сюда привез уже всех копальщиков, все посмотрели, пофотографировали, чтобы завтра было готово. Они не копают, пока кто-то там наверху не даст добро. Похороните тещу. Ну это же кошмар. В муниципальной ритуальной службе первоуральцу объяснили, хоронить тещу рядом с его родственниками незаконно. На территории Первоуральска уже 7 лет действует соответствующее постановление. В одном из пунктов сказано, что хоронить друг с другом можно только прямых родственников. Родственным захоронением является то захоронение, в которое хоронят к ранее умершего близкого родственника. И дана расшифровка, кто является этим близким родственником. То есть это братья и сестры, полнородные, неполнородные, бабушки, дедушки. С похоронной службой мужчина не согласился. Тещу Андрей считает для себя родным человеком. Собрав все чеки, документы и свидетельства о смерти, мужчина отправился в администрацию Первоуральска с жалобой. Мы в ближайшие, полчаса-час рассмотрим это обращение. И если все документы, которые необходимы по регламенту административному, у человека присутствуют, то я не вижу никаких проблем. Правда, и хоронить рядом с родственниками пока не разрешили. Сейчас Андрей не знает, где же все-таки хоронить тещу. До церемонии осталось всего 16 часов. Никита Нехорошков и Денис Храмцов. Новости Первоуральск.